Здравствуйте, я Истомина Светлана. У меня сегодня предстоит операция у Андреищева Андрея Руслановича. Тримакс. Сама об этом не думала и не мечтала, а под давлением, так скажем, родственников пошла на консультацию к Виктору Сергеевичу по поводу ринопластики. Он сказал, что моя проблема более сложная, не только в искривлении носа. Сюда, в клинику, в Алма-Ату, к нему приезжает врач из Питера, Андреищев Андрей Русланович. И он занимается челюстно-лицевыми операциями, то есть реконструкцией лица. Так что не нужно было ехать никуда, никого искать, что у нас здесь, в Казахстане, в Алма-Ате, все, так скажем, на месте. Можно получить консультацию российского челюстно-лицевого хирурга. У меня одно желание, чтобы было симметричное лицо. То есть, ну, вот эта проблема для меня самая основная. У нас сегодня будет операция у Светланы. Светлана очень интересный человек, мы с ней уже достаточно давно знакомы. Это уже не первая операция, мы проводили операцию по расширению верхней челюсти. Значит, в чем у нее проблема? Главная проблема – это проблема в асимметрии лица. Действительно, левая сторона сильно уменьшена в размерах, и в результате это вызывает наклон окклюзионной поверхности. И, кроме всего прочего, у нее выражены недоразвитие челюстей. Довольно крупные зубы, челюсти маленькие, все это утоплено, и в результате получается такая большая диспропорция. Для ортодонта это была большая проблема. Почему? Потому что расставить зубы на маленькой челюсти – это очень непросто. И, к сожалению, часто это заканчивается либо чересчур большим наклоном зубов вперед, что некрасиво, либо оголением корней зубов, потому что доктор пытается корни вывести за пределы костной ткани, и это приводит к тому, что кость закончилась, а корни все едут и едут. И в результате было принято решение о том, что мы сначала создаем место, выполняется остеотомия, раздвигаем кость, а после этого дальше выравниваем зубы по дуге. Но то, что сейчас есть, я считаю, что мы очень хорошие ортодонты, работа. Мы взяли ее модели, когда ортодонт закончил, они идеально сопоставляются. То есть вот это тот случай, когда все очень-очень хорошо, и я думаю, что сегодня по ходу операции у нас никаких проблем быть не должно. Особенность ее в том, что она очень-очень худая. На худом лице малейшие костные вот, асимметрии, диспропорции очень сильно проявляются. А при том, что это тонкое лицо, женские ткани и еще и асимметрия, это очень сильно бросается. Она сильно комплексует по этому поводу, и на протяжении очень долгого времени она, конечно, ну, вот это вот самокопание, оно приводит к тому, что человек очень сильно переживает. Я очень надеюсь, что мы сегодня этот вопрос уже вот окончательно закроем, и больше к этому возвращаться не придется. Мы запланировали операцию в объеме 3 макс. Обе челюсти мы выравниваем, ставим по горизонтали. Будет выдвижение не очень большое, но выдвижение вперед будет. И самое главное, выдвижение нижней зоны лица. Есть начинающиеся возрастные изменения. Задача увеличить протяженность костной опоры. За счет этого мягкие ткани у нас перераспределятся. И мы создадим хорошие условия для подчеркивание контура, натяжение ткани на шее по контуру нижней челюсти, разглаживание носогубных складок. И я думаю, что этого запаса ей хватит надолго. То есть это не месяцы, не годы. Я надеюсь, что это будет там лет 10-15, может быть 20. Дай бог, что все так и было.